Буквально через несколько минут мы услышим самую натуральную, ту самую Годзиллу, потому что у нас в гостях Бервов Валерия, певица, блогер, бизнес-вумен, тренер. В общем, self-made lady, привет! Всем привет! Валерия, привет. Это я. Ну, ты у нас впервые, так что давай знакомиться. Согласись, что сегодня достаточно много артистов, которые стали популярными благодаря соцсетям. Тебя тоже эта чаша не обошла мимо. Скажи, пожалуйста, у тебя с чего все начиналось? На самом деле, изначально я была фитнес-тренером и переезжала в Москву для того, чтобы устроиться в Work-класс. Но так уж получилось, что меня нашел человек, с кем мы начали вместе продвигать блог. Все просто. Мне кажется, ты была очень популярным фитнес-тренером. Что-то мне подсказывает, особенно среди мужчин, потому что тебя в интернете часто называют русской Ким Кардашьян. Тебе вообще лестно такое сравнение? Вообще все равно. Это пусть она завидует. По-моему, не лестно. Просматривая твои соцсети, становится ясно, что помимо, соответственно, работы с собственным телом, работы в зале, ты еще обожаешь путешествия. Вот только с Кубой, именно с этой страной, у тебя связаны какие-то особенные отношения, особенные воспоминания. Что стряслось? Кубинцы подделывали фейковые тесты и сажали всех на карантин, и при этом не выпускали всех до конца отпуска человека. И как тебе, как то что, есть ты прилетела в отпуск, получается, да. А тебя задержали на Кубе. Это во время именно так. Пандемии было. Да? Какие, что за тесты они делали? Ну, подделывали тогда, когда еще в аэропортах смотрели тесты. Ага, мы показывали сначала отрицательные. Ага. Кубинцы там их брали. И в конечном итоге на комнату был один положительный тест для того, чтобы отбивалась страховка. Чтобы они зарабатывали. Ага. Боже мой, какая криминальная история. Ты год прожила на Кубе в итоге? Пока сколько? Сколько ты была на Кубе в результате? Вот такого. Ну, где-то 10 дней. Ерунда. Что тебя связывает с Кубой? 10 дней. Слушай, а вообще есть на свете место, куда бы хотела вернуться, и наоборот, где еще никогда не была? Возможно, Бали. Я бы туда вернулась, потому что именно с Бали у меня началось написание песен. Вот. Что за атмосфера там? Многие начинают там писать песни. Для просветленных. Для просветленных, возможно. То есть ты сама пишешь песни, и началось это все с Бали именно, именно да? Именно так. Прекрасно. И вот, значит, в этой романтической обстановке, на красивейшем острове, вокруг, значит, вот эта вода, вся история, и появляется Годзилла. Угу. Прямо вот Годзилла, романтика невозможная. Да, действительно, твой главный на сегодня хит Годзилла вышел в мае, набрал 30 миллионов прослушиваний за полтора месяца и находится до сих пор в топ-чартах. Это тоже... Во-первых, это аплодисмент. Да, тоже на Бали родилось, нет, Годзилла? Или там это нормально вообще, когда Годзилла? На самом деле, первый трек создался на Бали, он был писательским, такой же, как вот текста Маяковского и Есенина. И там должен был быть припев Годзилла. Подожди, текста Маяковского и Есенина? Тоже на Бали. То есть Есенин писал текста по твоей версии? Прости, стихи. Да, я тоже почему-то думала, что Есенин писал стихи, мне так казалось до этого момента. И все-таки про Годзиллу? На Бали или все-таки уже когда приехала? Когда приехала. На Бали, потому что были текста. Вот все понятно. Текста. Давай тогда послушаем, а то уж мы так много говорим про Годзиллу, но хочется уже ее услышать. Болтаем и болтаем. Хочется послушать. Давайте послушаем. Итак, Годзилла, друзья мои, премьера, во всяком случае для нас, Валерия Бервольф у нас в гостях. Аплодисменты! Все твои попытки пешком до луны, все твои ошибки тлеющие. Cause I'm
темнота. Выпивала всю любовь до дна. Душа намерена тебя дать. Доселена так, это больно так. Тоже не стелена, ты летай. Воронов намерена, но виден край. Я прошу, вставай. Гроза. Годзилла. Вот благодарю. Спасибо. Вот такая вот Бервулф. Да, Лер, прости, единственное, я не понял, что там с судьбой, что делала судьба? Судьба стелила, выстилала тебе путь. Стелила. Ладно, послушаю еще раз. Открыл в интернете текст. Зачем? Обязательно. Ребята стоят вот за стеклом, знают слова, да? Вот да. Именно. Да, спасибо, нет. Друзья. Итак, с премьерой Годзилла. Очень приятно было познакомиться, Лер, и до новых встреч в эфире. До новых встреч. Ждем новых треков.